копия Знамени Победы, бессменный символ историко-патриотической эстафеты. Неделю она, как и шапка-ушанка и медаль за оборону Москвы, хранилась в Голицыно. Все это время в теруправлении проходили митинги, выставки и патриотические встречи. Они, как и 10-й этап салюта Победе, были посвящены битве за столицу. Официальная дата захвата Москвы фашистам была назначена на 16 октября. Операция «Тайфун» началась 30 сентября 41-го. Цель – захват Москвы. Фашисты были уверены, на ее достижение потребуется чуть больше 2 недель. Но именно на подступах к столице они потерпели первое крупное поражение. Еще раз напомнить подрастающему поколению о тех исторических событиях – цель юбилейного этапа патриотической акции. У нас с вами уникальная возможность с этими, кто остался еще жив, ветераном Великой Отечественной войны, поговорить с ними, спросить у них, как они воевали, как они защищали свою родину. 10-й этап эстафеты «Салют Победе» в Голицыно завершен. Его символы, как всегда, торжественно передали в Барвиху. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».